Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующая. Точка S5 Тунли является точкой, которая показана при всех заболеваниях тонкого кишечника. Давайте немножко посмотрим восточную философию. Коснемся теории УСИН и посмотрим, что теория УСИН нам говорит, что сердце и тонкий кишечник является, что относится к элементу огня. И все заболевания тонкого кишечника напрямую можно лечить через сердце. Конечно, здесь нужно знать, в каком состоянии не только меридианы тонкого кишечника и сердца, но и вся система желудочно-кишечного тракта. А за всю систему желудочно-кишечного тракта отвечают все 12 меридианов. Как ни странно, здесь необходима диагностика 12 меридианов. Но если у человека есть огромное желание, он исполнен веры, он исполнен работы, он творческая личность, он, скажем так, ведет наблюдение за своим организмом, знает свои уязвимые места. И, конечно же, если тонкий кишечник у человека уязвим, и очень часто человека, скажем так, доставляет человеку дискомфорт, и этот дискомфорт может встретить человека на улице, в транспорте. И, конечно, сразу любой человек, лезут мысли, где бы найти там, допустим, там туалет, либо сейчас будет расстройство тонкого кишечника. Это не только связано с запорами, либо диареей. То через точку S5 Тунли вы можете работать непосредственно напрямую с тонким кишечником. Активизировать, здесь я подчеркиваю, здесь вы можете активизировать тонкий кишечник при его слабых функциях. То есть если у человека тонкая кишка, орган очень слабенький, то через точку S5 Тунли вы можете укреплять тонкую кишку. Также вы можете укреплять и желудочно-кишечный тракт, и, конечно, функции, за которые отвечают тонкие кишечники. За какие функции отвечает тонкий кишечник, пожалуйста, анатомия вам в помощь, Google вам в помощь. Посмотрите, не поленитесь, и вы увидите, что функции тонкого кишечника очень огромны. Достаточно того, что тонкая кишка всасывает чистую воду и дает нашим клеткам питаться. А грязная вода уходит в мочевой пузырь и выходит вон с нашего организма. Если эта функция нарушится, не дай бог, у человека уже начинается ожирение и так далее, и тому подобное, и проблемы желудочно-кишечного тракта, и не только. Так что через точку S5 Тунли методом профилактики вы можете активизировать все процессы тонкого кишечника. Как всегда я скажу, не увлекайтесь. Спасибо за внимание.